тебя такая же сила, как и у меня. Но, к сожалению, что не сравнится с моим The World? The World! Итак, я провел турнир для 10 человек, призом которого стали самые редкие вещи в этой игре. Части святого трупа, а что было дальше, вы узнаете в видео. Среду вообще не знаю. Все, кто хотят свергнуть босса, идите к машинке. Кто со мной на свержение босса? Даже сам босс. Сколько нас? Раз, два, три, четыре. Короче, Андрей, я тебе поручаю всю техническую работу, чтобы я сам не заебывался. Так, ладно. Раз, два, три, четыре. Так. Все в стенку становимся, все в стенку, блять. Куда вы встали? Так, сейчас тут. Еще раз, давайте. Перекличка быстро. Как его? От одного до трех, давай, быстро. Ты. Анту. Три. Долбоёб, ты один. Так, все, не биться. Кто будет биться, того забаню. Так, ну, в общем, как по классике. Идем все паровозиком за мной, давайте потихоньку. Все, погнали. Идти будем медленно. Пиздец. Чтобы все знали цену нашему времени. Я специально буду тянуть, потому что видео из нечего делать, потому что я ничего не придумал. Блять, хер ли ты бежишь спереди? Я сейчас отпижу. Тут все дела, да. Что вы сможете выиграть? Вот, да. Ладно, побежим побыстрее, давайте. Кто последний, тот лох. По классике садимся все. Вокруг статуи. Вот эта статуя, если что, это моя статуя. Я вот так раньше выглядел, тоже из гарнира. Ой, как его? Гранита. То 2018. Блять, ну они что-то... они года перепутали. Я в 2008 родился. Ну, то есть, знаете, если вы не победите, вы не получите никаких призов. Вы понимаете, да, это я надеюсь? Заткнись, Кирилл. Да-да-да, скоро ладу. Но у меня есть для вас мега-предложение. Кто готов... прямо сейчас уйти за одну реквием стрелу. Где моя ракета? В жопе у тебя, в жопе. Бля. Я всегда мусил. Уходишь, да? Ну ладно. На. Все? Давай, ливай сервера. Я, кстати, мог дать две реквием стрелы. Вот так вот. Теперь у нас уже здесь не 10, а 9. Понимаете, какие бывают продажные люди? Вот, да. А, мимо. Ой. Бля! Первая игра. Игроки делятся на команды по двое человек. Сначала сражаются все команды, потом только проигравшие. Главная задача – не упасть с лестницы и не умереть. Пожелаем им удачи. Давайте на счет раз, два, три. Опа, кто-то уже слился. А где он играет, а? А здесь только не повезло. Но вы пока что не полностью выбываете, не переживайте. Вы потом еще будете соревноваться с другими игроками. Всего в итоге вылетит двое. Но вы пока что проиграли. Давайте там собирайтесь, потому что я вижу, как-то вы не собрались. Ну а чтобы особо не нагружать ваш мозг, я и так понимаю, то, что вы, наверное, там нагружаете после школы. Я покажу вам небольшую склейку, там, где были показаны победы и проигрыши. Ничего себе. Очень близко, ну ладно. И удар, да?
Все, победил Бен и Лолпоп. Ой, очень близко, очень близко. Не-не-не. Две жизни тогда. Либо он падает. В итоге выиграли вот эти люди. Первое правило. Игроки не могут выходить за дальность зрения моей камеры. Второе правило. Чтобы выжить, игрокам необходимо дотрагиваться других, тем самым убивая их, и остаться в живых, то есть нетронутым. Давайте на счет раз, два, три. Кто был минус? Не увидел. Понял. Те, кто минус, уходи сразу же. Блок не надо лучше ставить, лучше просто дышите. Ну не прям так. Да. Осторожно. Все. Вот, отлично. Что за звуки? После этого осталось 4 игрока, и между ними произошла небольшая битва. Я не знаю почему, но у меня почему-то не записалась эта часть. Чтобы вы понимали, это был не первый в турнире, это уже второй по счету. И первый турнир у меня все так же не записался. Если у меня не записалась вторая часть, то не переживайте, все призы я отдал. В итоге на первом месте оказался Игниси, который, кстати, это... Ну, Игнис, там, я не знаю, и Ник его читает правильно. Он оказался на первом месте, хотя мог быть и на втором, и на первом, поскольку первое место решило то, что оно окажется на втором. Потому что первое место получило глаз святого трупа. Второе место что-то вроде как две ноги. И третье место около двух рук. Не знаю, почему первое место выбрало второе, но это его выбор, поэтому почему бы и нет. Второе место был агент из Казаха. Атака, стоп, это... На данный момент его ник, блять, он столько раз уже ник свой менял, это я не знаю. Но я думаю, я смогу его найти по нику, но... Бля, не меняй ты больше ники, не могу тебя обнаружить. Третье место это был Бен, который тоже, сука, поменял ник. Угадайте, на какой? Правильно, Аски и Дрочило 228. Ну, сервер фриков. Добро пожаловать. Точно. Заходите на наш сервер Roblox Unbreakable. Здесь... А, ладно, здесь ничего нету, но... Заходите. Всем пока.